совершении преступления, признанной части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 9 декабря 2010 года номер 352 ФЗ, на основании которой назначено наказание в виде лишения свободного срока 5 лет 6 месяцев. Его же признать виновным в совершении преступления, признанной частью 1 статьи 30 части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которого назначено наказание в виде лишения свободного срока 6 лет. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательное наказание Насырова назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободного срока 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания Насырова исчислять в виде лишения свободы с 12 января 2018 года. За честь в этот срок временного содержания под стражей в связи с данным делом с 3 апреля 2017 года по 11 января 2018 года включительно.